Лубзиука, эфира чего по информации Абдуратара Хамшейкшара. Абсажла Рейзаракна, а прокуратура хада, а оппозиция Тейчкараква, Рабхагыла, депутат Аслан Бжени, Игуамзира, Захазайлка, Раз, Гимиопургаз, Аустара, Курал Шакурза, Аха Сабр Баканацейт, Заапи Алка Курала, Аслан Бжени, Губзира, Шакуракамас, Хушулаха, Алка Карзойт, Дисхуштва Ахакимча, Абжабжиаций Зойт, Дауринепшиба. Аслан Георгий Пабжени, Гобзире, Тагло Заша, Ану Шура Хайнаркн, а парламент, депутат, а прокуратура Хада Анапе Янырцейт, Уизов Казаилка Аразы Агватара Мепыргарц, Апсана прокуратура Хада Хатарнак, Цва Руслот Вирколега Цва Рыцар Харана, Аслан Бжени, Дахишту Ахушпюрта Ятайт, а Хакимчей Изайгу и Тенхачей Иразайт. В ходе исполнения запроса об оказании правовой помощи вышеуказанной следственной группой было инициировано выполнение всех необходимых процессуальных действий, направленных на получение заверенной копии истории болезни Бжани Аслана Георгиевича. Однако, согласно ответу от 21 мая 2019 года, исходящий номер здесь указан, главного врача городской клинической больницы имени Буянова следует, что администрации больницы не усматриваются основания, допускающие предоставление копии истории болезни пациента Бжани Аслана Георгиевича, сославшись на то, что в соответствии с статьей 13 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации и указа президента Российской Федерации от 6.03.1997 об утверждении перечня сведений конфиденциального характера, сведения о факте обращения гражданина за оказание медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, а также иные сведения, полученные при его лечении и обследовании, составляют врачебную тайну. Одновременно с изложенным в этом же ответе согласие пациента Бжани Аслана Георгиевича был сообщен его клинический диагноз – острая моторная и сенсорная полинейропатия под тип синдрома Гиена-Барре с тетрапарезом, вовлечением черепных нервов, бульбарным синдромом, дыхательными и вегетативными нарушениями. При повторном запросе уже 30 мая о предоставлении заверенной копии истории болезни пациента Бжани Аслана Георгиевича, необходимой для проведения соответствующей судебно-медицинской экспертизы, главврачом городской клинической больницы имени Буянова вновь было отказано в предоставлении следственным органам запрашиваемой информации. При этом согласие пациента Бжани Аслана Георгиевича администрация больницы предоставила заверенную копию консилиума врачей и копию справки о результатах химико-токсикологических исследований. Согласно же содержанию вышеуказанных документов, консилиум врачей пришел к выводу, что состояние больного Бжани Аслана Георгиевича тяжелое, обусловлено острой воспалительной демиелинизирующей полинейропатией с тетрапарезом, с вовлечением черепных нервов, бульбарным синдромом, дыхательными вегетативными нарушениями, дыхательной недостаточностью на фоне двухсторонней аспирационной низокомиальной пневмонии. А вопрос о возможном перенесенном остром отравлении на данном этапе лечения пациента был снят. Консилиум состоялся 19 апреля 2019 года. Иш сока кали убаски хейт Аслан Бжани зыхчо зражо корыла яра Москван пифача дана и пылаз ана юса юнка да азгаз зус сушыр зымдырва. Язгвейте дара аюджаги ргушуба апсхаз. Рышшыр хуштуаз Москва. 21 мая из первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова получены копии медицинских карт пациентов Бжани Ливана Дмитриевича и Дарсалия Кесова Валиковича, в соответствии с которыми обоим установлены схожие клинические диагнозы. Миостеноподобный синдром декомпенсации. Обоснование диагноза на основе жалоб и данных анамнеза, острое начало после употребления некачественных продуктов, клинической картины миостеноподобного синдрома. При этом нельзя исключить отравление токсином ботулизма. В целях уточнения вышеуказанных клинических диагнозов 23 мая 2009 года опрошена лечащий врач первого Московского медицинского университета имени Сеченова, которая сообщила, что при неврологическом осмотре у пациентов Бжани Ливана Дмитриевича и Дарсалия Кесова-Валиковича были выявлены признаки поражения нервной системы, мышц, поднимающих веки, мышц разгибательной шеи, нарушения фонации. Проведя клинический неврологический осмотр пациентов Бжани и Дарсалия, был выставлен диагноз миостеноподобный синдром ввиду схожести клинической картины болезни Бжани и Дарсалия, а также редкости вышеуказанных проявлений. Приходит к выводу, что вышеуказанное заболевание может быть спровоцировано каким-либо токсином, повреждающим нервную систему, в том числе токсином ботулизма. Однако доказать или опровергнуть наличие возбудителя в организме Бжани и Дарсалия не представилось возможным, поскольку подобное исследование должно проводиться в острейшем периоде. Ботулистический токсин вырабатывается возбудителями ботулизма,
относятся к анаэробным бактериям, то есть живущим в бескислородной среде. Аслан Бжаниев, чем разрухаз по Германии пе хаким шарлка акой, Москва пе хаким шар ища кудрыгула за диагнози эйкшом. Иш сока кали яжу курыла, усла ссыла ссы и калалоид рехейт русло пе хаким шар. А прокуратура хада хатарна, кто Аслан Бжаниев бомзира за депутат шар и кудрыгула за заара куртак карцей. И рехейт хабхе кахаккус и шрыму абсын пе хаким шар злаху а комплекс комиссия пцара. Аслан Георгий Пейк бомзира за казаша кургула раза. А прокуратура хада хабхака ге аусурияц на цой да депутат шей рыртаз анапынца анак за раза. Даурин апшиба Ильдар Дамиров, Руслан Орлов, Апсуа Делихопшра. Гулрыпча район Мачара Хабала Уахнала Лохамшке Куран Ханхатша Хирцало Зедзе Анас Глот Цква Рыште Хриера Акварыштера Арыцкири за Усуру Курчу. Уртмип Нагойт Ахенткарат на блага Апсна Куарехчера. А Усуру Куа Ахинза Нейхю и Ларкаун Хакореспондентша. Гулрыпча район Каштак Хаяхяшту Хабла Джинхо Апсыра Цхыцра Изныкам Куапхастарна Тахетан Хацвер Гурчанзам Куэрыжло Цзы Акырын Бируин Куэрюйнала Хейт Уяхкяны Дарак Пейха Гылакны Ирзуйна Гыла Зуйнума Тох Куэй Хамруга Куэрхыр Замур Хуйпхаста Хейт Атыпан Пен Хацвер Згуарту Эта Цхыцра Хапкяква Акыра Амтай Шырнырва. Кажыра Куахапхейцу Бритсыги Адзыр Вяшка Ашхва Финт Илбаро Зиги Зиги Хапсаква Ахапду Куаманявы Я наркит от зацарта моего халы. Нас обсвоил схал хочет от захокорчин хозур, ки хочет арти орган фарах ярохит от зацартам тазаку и магала не парти. Кухня же и хирнала зиги зиги у нас зиглах гарабхит. А газ афат из баахса арх шашага аз жага кабар сик долго не харгалахит хондра ара. Амала яша зы Цыпхы винкен хацала заштахи харайона хымпи парайт гыланы и хартит мачка на сарыхшашега кана хвардепш. Ужбиям тезыханы техника усауэт и табуп администрации хбатана хджаба хала гырзия хвапшны абас яхац гылу. А дзыш яшо аш тэйталана юнину А юнан ейна гыла ха. Архшаша гома, агиадша гома, я хамо зиги-зиги, и пхаста хакет, и унтхун тига хачке. А бриджи я дуб, и бзин я за артарта хочкошаны, а бас это срояла год, рыма тупо рыма нхихи юницотна за хагета. А бра арьюеш епша, бас елачина, а уйдзит, думу бря арадзигина бряуэ. Ауарын харта тып куэрзай, гуахид зизмам агуара хамштрге куаран, ахуа куэр тыцвэйт адзацар тахямам яхкяны анхацвэй рыцалуэт уя анагойт имачим гуа гуамсам. Атагла заашар чейра зы айгуа ахюнткар адуна плакапсан гуарах чара усура куа хацнаргит. Урт набдыргуиште абхаста қазцу агуара амшын яхялало тып азайгуара адзы анызгло тзыштыхын. А усура куа мепах куиште юмчижа арацот. Участок Ишины Хамоп, участок Хамоп, Абри Залагаз, Абхиат, участок Абриоп, Абри Цивабра, Бетон Торпчуна, Иштахны, Ахцит, Наски, Аусу Укваду, Хачуп, Амия, Авара, Инею, Ацартаква, А Бетон Торпчуна, Амия, Хоцартаква, Ацара, Хачуп, Абхиал, А, Язгуату, Рыцкери, Наса, Абри Бетон Торпчуре, в него канал Хайзишто, Убри Ахцот. Яробас ариаквара акуша мукуша иго хадзимю ахгага ква дрыцкюйт ва анзийца за гуамз тачи за вярым юн гага ква ыцырхуйт. Яхи хуту амю хысырта ква гарзуйт. А тыпан пен хацвий гарзаза хуарала харяззар адзбараджу ацхыра ара гарзайт хатула напхгара. Брак вара хучик айвайт. Айба шелгешт зныки баса усуми пкаткуам мя парамгац. Я сым шо квабзека уцепхаза ва адзырыцалу. Незныкам квам. Во один рыцал района Гана Хелана с компенсацией Хасаблова и Сумша Копейку крыжу тут. Хау я захожу. С района Лошара Шазым Хошинахба, обсныжила рейза депутат Саид Харазия, Тгылара Айцет, Цхарара Айцет, с Хадыра Хинткара Хадыхынзе Негет, Абрюза проблема Шой, Аргида Хацгылар. А тыпан пен хатра гухра дырпшвет арта усура корышта хадзхыц раваха пырха гырнам той алапха. Амра Зарындиепха, Степан Мартиросян, Хабсо Телехопшра.
Ахнекалаке Цараусбартей, а специалист, а гастроэнтеролог, а диетолог, а рцбит по широка хасабала, а куаакалаке хучбахчик узигерджи, а хухканцечиц аларгаларц. А хоть куи атачей уи шрыдыркылыз. Нас герез зара за хучбахчик уи хабыц шругуаны гарат бедазат гилуид, Дениза Гергеб ха язлархияз анзам тачидыджи. Ашахин аркна ахучбахча курча ахучку зашцилахис ахухканца и чыцны яла галуб, хшида яхацу акаш, ашила ялху арчига зма мача, ярубасам чибжига хюэнт акутахи лыхква. Иснагер хучку ахучбахча куркнырчарцу афат басчилам хара асту атаача рыбжары калит, ари апсахра и хара гидзила яхацу акаш, азцааракуа зызчырнагаз. Харахаста за хучбахча кури хабацу ирхит, ари макяна за пышверек яюзыны ишала галу. Мчибжига хснык шахяла хшида гречка ял хуакаш рзыгарцойт, ах шахатыпан яраяртойт и уипшим ашырхква. Мчибжига хюэнт ах ш ял ху акаш рджарцойт. А хоть бахча ачепше хаба альдонам джабхалажа курыла, и чицна ища кургула меню и ртуахарч пасад бьеджур пшуазар и цадзам. А хоть курагзар акаш мачки аш цилам зарге, ашила ял хоча дара иргубханыр фойд. Сара уже с хакимом, со специалистом аханас, а хоть бахча курчукрам то усухет, и сам шаги ктыхас, и сам она бримут сху, а шакар ртарас аханги сазырас дзамас. Аншин тала уже би епширга за меню, дорогу я хорпику помалабри, а таша хахи аргар, уи дороги сходцев, ари зыгыц, ари экономия, ара зынзак сгиятся за мисбензер, ари ахш, яхаух, марихот, абанта фирку, ягодку, яхва аста. Дара хучко еш пара дыргылу, ари юза афат, чыцко яла жгала, зяхва пакаш. Арт хучу хучла ярщцила, пами, ари знык аха, рашуни над харба, асы разнык, усакумка. Нас мальчибжиках винт, а бас хочек и рыдгала, ша фирла ирха, ша бас дарар губзири язех хартыш, а бас чара пыхирак хазыга цозыр дарар хучку ирзегил. Арюза ча гяма шарам бацала да ари бзини рыдргалы. Ехеги и цки ацин хакуа хакак хзарам гадзи. Уски уанзат бе че гирахтуд, ари гирахтуд и арана. Из вазри разна кала зашим цила рахучку ам лекдинам харцазывын, ай би гейцрахтуд. А хоть бахтача ялар гала зафат хчицку и цгямку и радыргылит. У яда гета ачар бжара джгез сарис чырнам гидлхит, а хоть бахча ала шара и хабы Мадина тыжбха. А хоть ква херада зиги ирфит хашас хер амсвичи, я ахшана мой ирфота ха из фаз гиоп, а хоть и снаги рабхет за гени было гуи у машии бот, а игра яхи фарги ауэт. Аха, макяна забасоп, аха, из фаз гиоп, ача, ахушахшина, дари бзини рыдыргалыта хучква, ой, бзини рфит. И хату паси пшиху чыцраку хоть бахча кори хабачар хала и рыцбаз усны шығым. А рею зацбамта аднакылит ахуа акалаке цара успарта. А успарта на пацака ёкуб жаха хоть бахча. Дара хоть кори крыфарок цыркны яцклап шуйт я лахгалу ап сахара козыге, а хаким чай хаб жиргуйт. А рею за эксперимент макяна за хоть куш рыдыргалу хахуб шуйт. Наски ярласны имя пысраны ёкуй айзырыча, а таачей а хоть бахча кори хабачей, а хаким чай харе ариасцара хала чажвера на хаку пулхойт, ахтнакалак ацара успартай хабы Людмила Адлейбха. Хоть бахча курча узы зуа амедиахшчаром гирт методист шаги, а нас это ачара гирвана гарауха зиге харухопшна айтакраква на лахгалуху. Убриганпи хараханейча жу диетологча, нас санэпидистанция, аузуюча, Несхай хай чцавит, хай чавют, хай шейру, хоч кваргу бзири зиру, хай не чавю, а бри и чгямаст апсахракала гала зара нырха, харги хакша хатхит. Мчебжик, халда цухала, мчебжик айунецка, и гуахта бхвит, а хоч кой шридрыкулу аси пшику афат. И харак ачавю расхалцыз, шижхау.
Ахучбахча аминючац шоклыргылит хаталпе клиникача аусуа ахаким агастроэнтеролог Айлита Шакаяпха. Лара хаким клаха сабала дук нухуй татунезык пе практика. Ахуча да нухучи нарыкны и фуяц клапштуп, и губ зена из харцаза. И сачны ахуча акашилых кучацара яшицам, и губ зера и прхагубха азгуалтует лара. Я сама ориентируюсь только на международные рекомендации, в первую очередь это рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Акцент делается на избыточное употребление сахара, вот, и на избыточное употребление молочных продуктов и глютена. Уже доказано много очень исследований международного уровня, доказано влияние этих продуктов на здоровье наших детей. То есть в будущем, когда они доходят до пубертата, это вот период, да, там 14-15 лет, когда уже идет половое созревание, это начинаются проблемы с ожирением, это начинается сахарный диабет, это уже в детском возрасте начинаются проблемы с давлением, это неврологические заболевания, гиперактивность у детей. Все, что мы делаем только для детей. То есть мы никому навредить не хотим, мы хотим сделать так, чтобы наши дети в будущем были здоровы. Я его амчебже затача злохуна имя посраны ку айзарача, а менючец и зад кларына егуб. Дениза Гергиевха, Степан Мартиросян, Руслан Орлов, Апсуа, Телехопшра. Расширам за хубайнер кнажбан за шачаем и пысует хэквандо за Европа хажа бэтбе кубок. У Иялаху пьежуя абат пыларгон пи зиквикинери хана спортсменша. Дарарабжарача яху папснын пи бэжуэк айк пэйча. Хэквандо за Европа акубок, а турнир урастыла арабхэд закуна имя пысует. Уважаше задзирюя, амшсэ и пшрахо. Хаугатис Чизларец Хауала, Рашарамзов Барзы, Хапсну Яхеца, Накуа, Уахынлы, Ашижи, Ахулбачхина, Лакалак, Накуа, Лейралшой. Уахынла жох, уезжат, шынла уезжив, ба уезжижей за градус Архонза, Ишора, Хойтам Шынза, Ахуандара, уезжиек градус. Абриалам Шипшар, Апсутыжим Тахарапшуп, Вепхаха Икшойт, Аурастыжим Тадж.